как устроена экономика инопланетных цивилизаций? Где они берут энергию для покорения новых и новых галактик? Честно, черт его знает. Вообще-то нам неизвестно, есть ли они. Но если бы были и покоряли, где бы они нашли энергию на все эти свои коварные замыслы? Давайте пофантазируем, но, конечно, в рамках науки. Можно много рассуждать на тему тахионных генераторов, преобразователей энергии из вселенных с другой физикой или большой печки, сжигающей темную материю. Но если подойти к вопросу более реалистично, не выдумывая совсем уж сказочные сущности, придется закатать каждую звезду в сферу Дайсона? Вовсе нет. Сегодня мы разберем практически идеальную энергетическую станцию, достойную цивилизации третьего типа по шкале Кардашова, фактически самый эффективный генератор во Вселенной. И работает он на черных дырах. Привет! Сегодня мы поговорим о будущем человечества столь далеком, что его трудно вообразить, если доживем вообще, а то великий фильтр, знаете ли. Ну или о безумно могущественных цивилизациях, для которых сфера Дайсона, или скорее рой Дайсона, добывающий энергию из звезды, это настолько же устаревшая технология, как для нас, скажем, водяная мельница. Можно воспользоваться, но эффективность по сравнению с гидроэлектростанцией будет крайне низкая. Ну, казалось бы, черная дыра на то и черная, что ничего не излучает. Как тогда из нее можно добыть какую-то энергию? Хотя вообще-то черные дыры ответственны за одни из самых ярких и бурных явлений во Вселенной. За квазары, которые светят в триллионы раз ярче Солнца. Так что сам космос подсказывает нам, как черные дыры могут оказаться весьма полезны в народном хозяйстве могущественных цивилизаций. И давайте разбираться как. Вообще, знаете, это очень правильный вопрос. Почему все эти могущественные инопланетяне, обогнавшие нас в развитии на тысячи лет, до сих пор не захватили Землю? Со всеми своими варп-двигателями или генераторами из черных дыр, казалось бы, это очень просто, но нет. А я нашел ответ. Вы видели их языки программирования? Или вот так? Что толку с твоих чернодырных генераторов, если просто для того, чтобы робот принес тебе межзвездный кофе, нужно городить вот такую простыню инопланетного кода? Они даже не могут создать удобный интерфейс, чтобы пользоваться своими технологиями. Всего-то нужно было сказать, что вот энергия от сингулярного реактора, направляем ее на гамма-лазер и режем блоки для пирамид. Пришлось даже людей припрягать. Ужас! IT-специалист бы сказал, что у пришельцев явные проблемы с фронт-энд-разработкой, то есть созданием удобного интерфейса для взаимодействия с самими устройствами. А знаете, где таких проблем нет? На Земле, потому что есть отличный язык для фронт-энд-разработки – JavaScript. Специалисты, которые умеют с ним работать, требуются сейчас практически в абсолютно любой сфере IT. Спрос на них со временем только растет, а обучиться фронт-энд-разработке можно в Kata Academy. Это школа программирования, которая дает возможность каждому получить востребованную и высокооплачиваемую профессию, не вложив ни копейки. Как? Дело в том, что в Kata вы оплачиваете обучение только после трудоустройства по специальности. А если, ну вдруг не справитесь с задачами и вас отчислят, то платить за курс не придется. Как и в том случае, если после обучения вы не найдете работу с зарплатой от 80 тысяч рублей. Это прям прописано в договоре с Kata Academy. В процессе обучения вы научитесь не просто писать код, но и работать над командными проектами, самостоятельно искать и принимать решения. В общем, к концу обучения будете полностью готовы к работе в крупных компаниях. Если интересно, тут как раз идет набор на новый поток. Ссылка на курс в описании к видео. А вот у инопланетян такой возможности нет, потому что трудоустройство после этого курса только в Москве и в Питере. Начнем с того, что в лаборатории пока никто черные дыры не создавал и не щупал. Мы говорим об их моделировании на основе общей теории относительности. Так вот, модели существуют разные. Первая и самая простая появилась почти сразу после публикации Эйнштейном общей теории относительности. Немецкий физик Карл Шварцшильд быстро подхватил математический аппарат новой теории и первым нашел точное решение уравнения Эйнштейна. Решением была самая простая, не вращающаяся и не обладающая электрическим зарядом черная дыра.
То есть некоторая область, внутри которой пространство-время искривлено настолько, что для побега оттуда потребуется развить сверхсветовую скорость. Граница этой области называется горизонтом событий, и она определяется радиусом Шварцшильда. Ее мы и считаем границей черной дыры. Несколько позже стало понятно, что черные дыры — это не просто математические игрушки. Когда в конце жизни, израсходовав все запасы топлива, звезда сжимается, то если ее масса будет выше некоторого предела, она как бы проваливается сама в себя под горизонт событий. В этот момент можно сказать, что звезда стала черной дырой. При этом сжатие звезды уже не может остановиться, и, видимо, вся она должна оказаться в самом центре черной дыры, в точке, где, по идее, должна быть бесконечная плотность и бесконечная кривизна пространства-времени. Такую точку называют сингулярностью. То есть горизонт событий, согласно Шварцшильду, это некоторая условная граница черной дыры. Просто радиус, скорость убегания на котором равна скорости света. Физически пересекая ее, условный космонавт ничего не почувствует. Черная дыра Шварцшильда — это все-таки сильная упрощенная модель. Скорее всего, таких идеальных черных дыр во Вселенной нет. Дело в том, что все звезды плюс-минус вращаются. Например, Солнце делает полный оборот вокруг своей оси примерно за 4 недели. Более массивные звезды обычно вращаются еще быстрее. А массивные звезды как раз кандидаты на роль будущих черных дыр. Когда в процессе коллапса они сжимаются, скорость их вращения многократно увеличивается. Это проявление закона сохранения момента импульса. Для его иллюстрации обычно приводят пример с фигуристом, который, прижимая руки к груди, начинает крутиться быстрее. И если бы Солнце вдруг сжалось до своего радиуса Шварцшильда, а это 3 километра, но при этом полностью сохранило вращательный момент, то оно закрутилось бы до 1000 оборотов в секунду. А скорость на экваторе стала бы 45% от скорости света. Так вот, получается, что черные дыры, возникшие при коллапсе звезд, должны вращаться и довольно быстро. Правда, возникает вопрос, а что именно может вращаться в черной дыре? Если вся масса сосредоточена в центре, и это как бы бесконечно малая точка, о каком вращении вообще можно говорить? Ну, любая черная дыра описывается набором всего из 3 чисел. Это масса, момент импульса и электрический заряд. Момент импульса как раз отвечает за вращение. Все эти величины по законам сохранения должны сохраняться. А значит, и черная дыра обязана наследовать момент импульса от родительской звезды. Но физической поверхности у черной дыры нет. Есть только условная граница, совпадающая с горизонтом событий. Да уж, задачка. И получить решение уравнений общей теории относительности для вращающейся черной дыры удалось только спустя почти 50 лет после успеха Шварцшильда. Это сделал Рой Керр в 1963 году. Дело в том, что вращение сильно усложняет математику для расчетов. При этом физика такой черной дыры становится куда разнообразнее. Во времена Шварцшильда уже был известен один эффект, связанный с вращением тел в общей теории относительности. Первое наблюдательное подтверждение новой теории было связано с орбитой Меркурия. Наблюдения уже очень давно показывали, что ближайшая планета к Солнцу ведет себя странно. Перигелий Меркурия, то есть самая близкая к Солнцу точка орбиты, постоянно смещалась. Это называется прецессия орбиты. Обычно это происходит из-за тяготения других небесных тел, и какое-то время астрономы даже искали внутри орбиты Меркурия более близкую к Солнцу планету. Ее назвали Вулкан. Вот только никакой планеты там не было. А странное поведение Меркурия смог объяснить Эйнштейн в 1915 году, как раз в рамках общей теории относительности. Дело в том, что в новой теории гравитации возникали те эффекты, которых классическая механика Ньютона, ну, никак не предполагала. Оказывается, в общей теории относительности вращающиеся объекты как бы увлекают за собой окружающее пространство. И оно, подобно водовороту, закручивается в сторону вращения тела. Это называется эффект увлечения инерциальных систем или эффект Ленца-Тиринга. Обычно в случае вращающихся черных дыр он начинает играть довольно большую роль. То есть вращение черной дыры проявляется как вращение пространства вокруг нее. И если мы мысленно отметим точку на горизонте событий, она будет вращаться с той же скоростью, которую мы связываем с вращением черной дыры. И еще важный момент. Статичные черные дыры сферически симметричны. Их горизонт событий – идеальная сфера, а вращающиеся объекты растягиваются в плоскости экватора. И горизонт событий черной дыры Керра тоже. Он похож на эллипсоид вращения. Более того,
Оказывается, что у такой черной дыры должна появиться еще одна важная поверхность. Она называется пределом статичности. Это как бы граница пространства, внутри которого тело, например, космический корабль, не может оставаться в покое относительно удаленного наблюдателя, какие бы усилия он ни прилагал и какие бы скорости ни пытался развить. Внутри этой области космический корабль неизбежно закрутит водоворот пространства-времени, что логично в направлении вращения черной дыры. У статичной черной дыры горизонт событий и предел статичности совпадают, а вот у вращающейся они соприкасаются только на полюсах. Эту область между пределом статичности и горизонтом событий у вращающейся черной дыры называют эргосферой. Она-то нам и нужна. Если пересечь горизонт событий, выбраться назад уже невозможно. А вот влететь в эргосферу, а потом вернуться во внешний мир, вполне себе реально. В некотором смысле эргосфера похожа на карусель. Если в нужный момент к ней прицепиться, а потом отцепиться, можно дополнительно разогнаться за счет вращения. Таким образом передается момент вращения черной дыры. При этом она сама слегка тормозится. И это то, что нужно для добычи энергии. В 1969 году математик Роджер Пенроуз, ныне Нобелевский лауреат, кстати, описал крайне интересное свойство керовской, то есть вращающейся черной дыры. Оказывается, чтобы покинуть эргосферу, не нужен никакой реактивный двигатель. Достаточно правильно использовать закон сохранения импульса. Представьте, что некоторое тело, попавшее в эргосферу, распадается там на две части. Одна часть улетает в сторону горизонта событий и поглощается черной дырой, а вторая, по закону сохранения импульса, отскакивает обратно и вылетает из ближайших окрестностей черной дыры. Если эта часть будет двигаться с достаточно высокой скоростью и в направлении вращения черной дыры, то за счет вращения самого пространства-времени в эргосфере она получит дополнительную энергию и импульс. То есть часть объекта вылетает с большей энергией, чем была у целого объекта, влетевшего в эргосферу. Телу передается момент импульса черной дыры. Оно ускоряется, а вращение черной дыры немного замедляется. Сейчас такой механизм называется процессом Пенроуза. Кстати, этот маневр хорошо показан в фильме «Интерстеллар» Кристофера Нолана. Когда кораблю Endurance уже не хватало топлива, чтобы преодолеть притяжение черной дыры, герои расстыковывают его на две части. Одна часть вместе с персонажем Мэттью МакКонахи улетела в черную дыру, а другая вместе с Энн Хэтэуэй перешла на более высокую орбиту и смогла добраться до нужной планеты. Отстыковка. И здесь появляется простейшая идея генератора на процессе Пенроуза, так называемая машина Пенроуза. В шуточном виде она описана в третьем томе книги «Гравитация» Мизнера, Торна и Уиллера. Можно просто выбрасывать в черную дыру мусор, главное под правильным углом. Только важно делать это так, чтобы в нужный момент куски мусора разделились бы на две части. Ну так давайте кидать мусор в дыру на специальных тележках. В эргосфере они отбрасывают груз, мусор падает в дыру, а тележки, испытав отдачу, вылетают обратно и передают кинетическую энергию генератору. Они могут крутить турбину, греть теплоноситель и делать все то, чем мы обычно добываем энергию. Максимальная эффективность этого процесса без учета электромагнитного взаимодействия составит без малого 21%. Речь про полную энергию, то есть в кинетическую энергию вылетающей тележки переходит довольно большой процент от массы покоя изначального тела. Это огромная величина, и это делает машину Пенроуза одним из самых эффективных возможных генераторов во Вселенной. Сравните с реакцией синтеза гелия из водорода, где в энергию переходит всего лишь 1% изначальной массы, а тут 21%. Но максимальная эффективность нужна не только сверхцивилизациям, но и нашему земному бизнесу. Добиться этого поможет бесплатный Bittrex24. Он разгоняет КПД ваших сотрудников до 100%. Там можно управлять проектами, общаться с командой, вести клиентскую базу и даже продающий сайт создать. И все это в одном онлайн-сервисе. И что еще важно, бесплатно для команд любого размера. Bittrex24 помогает бизнесу работать. Причем есть несколько вариаций этой идеи. Например, энергию у черной дыры можно отобрать с помощью магнитного поля. И, кстати, очень похоже, что это происходит во Вселенной прямо сейчас. Дело в том, что
в активных ядрах галактик, в самых их центральных частях, есть процессы, связанные с вращением разных тел и одних тел относительно друг друга. Ну, в частности, есть, как мы считаем, вращающаяся черная дыра, у которой есть спин, который может задавать направление релятивистских выбросов. А также есть вещество, вращающееся вокруг этой черной дыры, которое образует аккреционный диск. И момент вращения этой черной дыры также задает какое-то выделенное направление. Ну, точнее, два противоположных направления. Поэтому релятивистские джеты, которые образуются в этих областях, могут вылетать в одном из этих направлений или в какой-то комбинации из них. Считается, что и направление вращения диска может влиять на то, куда летит джет. И, скорее всего, определяющее значение имеет направление спина черной дыры. Но вообще-то есть два физических процесса, как мы считаем, которые могут эти джеты запускать. И один из них действительно связан с аккреционным диском, а второй связан с черной дырой. Первый называется процесс Бленфорда-Пейна, а второй процесс Бленфорда-Знайка. Так что без Бленфорда не обошлось ни в одном из них. Он главный человек во Вселенной по запуску релятивистских джетов. Процесс Бленфорда-Знайка — это безумно сложная штука. Значит, во-первых, он включает в себя черную дыру, и не обычную, а вращающуюся. У такой черной дыры, помимо горизонта событий, из-под которого невозможно вырваться ничему, даже свету и любому другому излучению информации, есть еще область, которая называется эргосфера. Вот мы все знаем, что вращающееся массивное тело, или черная дыра вращающаяся, например, не только искривляет пространство вокруг себя, но и закручивает. Это что-то похоже на водоворот, когда вот вы в раковине сливаете воду, и у вас получается такой водоворот. Вот в центре, там, где слив, это черная дыра, а весь водоворот, который к ним подходит, это искривленное и закрученное пространство. И если снаружи эргосферы мы можем лететь, ну и свет хотя бы, да, может лететь в сторону противоположную вращению черной дыры, то внутри эргосферы это уже сделать не получается. Любой фотон, любое тело с массой будет лететь в ту же сторону, куда вращается черная дыра, внутри эргосферы. Но, в отличие от области под горизонтом событий, из эргосферы можно выбраться. Более того, если уж оттуда можно выбраться, то только с добавкой к энергии. А теперь представляем всю ситуацию в целом, всю эту конструкцию. У нас есть вращающаяся черная дыра, у нас есть аккреционный диск, из него вещество падает в черную дыру, попадает в эргосферу и с собой приносит линии магнитного поля. Вот те самые, которые торчали перпендикулярно диску. Из-за того, что вещество вращается там очень быстро, оно начинает уплотнять эти линии, и напряженность становится настолько высокой, что появляются условия для того, чтобы из поля могли родиться частицы. Ну и выходит так, что в эргосфере черной дыры рождаются электрон-позитронные пары, которые потом электромагнитным механизмом и за счет процесса Пенроуза выстреливают из эргосферы и улетают с большей энергией, чем те частицы, которые в эту эргосферу попали. В итоге получается, что мы можем разгонять заряженные частицы, делать из них релятивистский джет и при этом забирать энергию у вращения черной дыры. Кстати, Михаил ведет крутой телеграм-канал с обзорами новейших научных статей. Ссылка будет в описании. Еще один вариант процесса Пенроуза ученые рассмотрели вот в этой публикации 2021 года. Да, для него тоже нужна сверхмассивная черная дыра и аккреционный диск с магнитным полем. Суть в том, что из-за неустойчивости в диске конфигурация магнитного поля может регулярно меняться, причем скачкообразно. Этот процесс называется магнитное пересоединение силовых линий. И я очень подробно о нем рассказывал в видео про солнечные суперспышки. Ссылочка в описании.
В двух словах, в аккреционном диске происходит явление, родственное солнечным вспышкам, но гораздо мощнее. Пересоединение ускоряет заряженные частицы до очень высоких скоростей. Причем иногда это происходит в направлении вращения черной дыры, прямо в эргосфере. Ну а дальше как в примере с тележками. Одни частицы падают под горизонт событий, а другие вылетают наружу с большей энергией. Расчеты показывают, что если черная дыра будет достаточно быстро вращаться, из нее можно извлечь в 1,5 раза больше энергии, чем выделилось при перезамыкании магнитного поля вне эргосферы. Халявная энергия! Самое интересное, что для добычи энергии из вращающейся черной дыры в нее можно вообще ничего не выбрасывать. Еще в 1971 году великий советский астрофизик Яков Борисович Зельдович показал, что процесс Пенроуза влияет и на электромагнитное излучение. И если пропустить луч света через эргосферу, то на выходе можно получить свет с большей энергией. Фактически, вращающееся пространство-время в эргосфере передает энергию фотонам. Более того, Зельдович предложил эксперимент, чтобы проверить эту гипотезу. Понятное дело, что создать черную дыру в лаборатории мы пока не можем. Но ученые часто прибегают к физическим аналогиям. То есть в лабораториях моделируется некоторый физический процесс, который описывается похожим математическим аппаратом. И в качестве аналога кировской черной дыры Зельдович предложил использовать быстро вращающийся цилиндр. Отражаясь от него, электромагнитные волны должны усиливаться по амплитуде, получая немного энергии. Это явление получило название «эффект сверхизлучения». Спустя 50 лет, очень похожий на предложенный Зельдовичем эксперимент провели ученые из университета Глазго. Правда, электромагнитные волны они заменили акустическими. Исследователи создали систему с кольцом из динамиков, звук от которых по трубкам подавался на вращающийся звукопоглотитель. Специальные микрофоны фиксировали изменения частоты и амплитуды сигнала. В итоге ученые смогли получить увеличение амплитуды на 30%, что отлично согласуется с теорией Зельдовича. В другом эксперименте аналоговую черную дыру создали с помощью водяной воронки. Гидродинамика водоворота и эргосфера черной дыры также описывается похожим математическим аппаратом. Так вот, оказалось, что искусственный водоворот не просто рассеивает водяные волны, но и сообщает им дополнительную энергию. В эксперименте удалось получить прирост в 14%. Правда, для этого нужно, чтобы волны были высокочастотными, а воронка должна быстро вращаться. Насколько такие аналогии могут соответствовать настоящей физике черных дыр? Вопрос. Скорее всего, крайне приблизительно. Потому что похожий математический аппарат — это не в точности такой же математический аппарат. Но, тем не менее, некоторые ученые рассматривают вот такие аналогии, как возможность хотя бы примерно прикинуть, как оно там происходит. Ну а поскольку мы тут обсуждаем практически фантастику, то почему бы и нет, в самом деле? Но вернемся к нормальным черным дырам, а не их лабораторным аналогам. Давайте представим, что человечество не выпилилось с планеты, преодолев всевозможные мягкие, жесткие, великие фильтры. Про это, кстати, уже был ролик, кто забыл. Чтобы извлечь энергию из черной дыры, нужно где-то достать саму черную дыру. Ближайший из известных находится на расстоянии более 1500 световых лет от Земли. Речь, естественно, про черную дыру звездной массы. Даже сам полет до нее — это пока научная фантастика, что уж говорить о добыче энергии. Но раз черные дыры звездных масс так далеко, то можно вспомнить о первичных черных дырах. Это гипотетический тип черных дыр, которые могли образоваться в самые первые мгновения жизни Вселенной. Гипотетические, потому что на данный момент ни одной такой во Вселенной не нашли. Поскольку образовались они не из-за коллапса звезд, то масса у них может быть сильно меньше массы звезды, например, порядка планеты или астероида. Одно время даже высказывали гипотезу, что та самая девятая планета Солнечной системы, которая вроде как возмущает орбиты далеких транснептуновых объектов, на самом деле может быть первичной черной дырой. И если бы это вдруг оказалось так, то добраться до нее за разумное время было бы вполне реально. Но что вероятнее, эффекты, приписываемые девятой планете, никакого отношения к черным дырам не имеют. А те самые первичные черные дыры могут располагаться очень далеко или вообще не существовать. Можно попробовать создать черную дыру искусственно, и не придется далеко лететь. Если честно, это довольно безумная идея, но некоторые исследователи на полном серьезе просчитывают такую возможность. В частности, для создания так называемого сингулярного реактора, работающего от микроскопической черной дыры. Идея тут такая. В принципе, что угодно может стать черной дырой, если упаковать это в достаточно маленький объем.
Например, чтобы превратить Землю в черную дыру, нужно сжать ее примерно до размера вот такой монетки. А чтобы сделать черную дыру из вот этой горной вершины, нужно как-то сжать ее до размеров примерно в 1000 раз меньше атома. Нереалистично? Однако есть одна идея. Согласно теории относительности, масса и энергия покоя эквивалентны величины. Энергия равна массе, умноженной на скорость света в квадрате. Ага, именно это знаменитая формула. На самом деле это огромная величина. Если перевести массу в энергию, то в 1 грамме вещества содержится больше энергии, чем выделилось при взрыве бомбы над Хиросимой. Значит, если мы хотим создать черную дыру, придется потратить минимум столько же энергии, а на самом деле сильно больше, так как КПД любого нашего технического устройства будет далеко не 100%. Тем не менее, если бы удалось сконцентрировать в очень небольшой области много энергии, теоретически она бы искривила само пространство-время, так же, как это делает большая масса. И если бы эта область оказалась меньше горизонта событий, возникла бы черная дыра. В одном из исследований на эту тему ученые предлагали использовать сферически-симметричный пучок гамма-лазеров, направленных в 1 точку. Конечно же, речь идет об огромных мощностях. Чтобы питать такую установку, потребуется примерно 1 000 000 тераватт. 100 тысяч раз больше энергии, чем потребляет современная человеческая цивилизация. Тут, конечно, много оговорок. Вполне возможно, что при достижении столь высокой плотности энергии появятся эффекты, мешающие созданию черной дыры. Но на бумаге пока все выглядит как-то так. А проверка этой идеи – удел далекого будущего. Пока такие мощности – это чистая фантастика. Но мы говорим не про человечество. У нас могущественная сверхцивилизация, жонглирующая планетами и звездами как игрушками, образно выражаясь. Ну или все-таки человечество, но очень далекого будущего. При условии, что развитие цивилизации не остановится, конечно. Так вот, все те же исследователи предполагают для запитывания сверхмощных лазеров запустить по круговой орбите вокруг Солнца гигантскую солнечную батарею со стороной в несколько сотен километров. Правда, она должна вращаться гораздо ближе к Солнцу, чем Земля. Всего в 1 000 000 километров. Мощности такой установки хватит для создания черной дыры в несколько атометров. Это в 1000 раз меньше, чем размер протона. Вернее, чем тот параметр, который все договорились считать размером протона. Кажется, мало, но такая черная дыра будет весить 1 000 000 тонн на секундочку. Ну а если вокруг Солнца или другой звезды построить полноценную сферу Дайсона со множеством подобных панелей, то производство компактных черных дыр можно ставить на промышленный поток. Shut up and take my money. Однако проблема здесь в том, что искусственные черные дыры, полученные таким способом, не будут вращаться. Первичные черные дыры, если они существуют, вращаться тоже не должны. Они рождаются статичными, и их небольшие размеры не позволяют им набрать много межзвездного вещества и раскрутиться. Что касается искусственных черных дыр, то описанные механизмы их создания не должны приводить к вращению. Более того, по закону сохранения энергии, создавая искусственную черную дыру, мы затратим больше энергии, чем получим потом от ее эксплуатации. Поэтому ее не получится специально закрутить, накормив большим количеством вещества. Вернее, закрутить-то мы можем, но при этом потратим куда больше энергии, чем извлечем потом через процесс Пенроуза. Увы, но искусственные черные дыры не решат энергетические проблемы сверхцивилизации. Для этого все-таки придется строить машины Пенроуза вокруг природных черных дыр. Но таким образом можно создать компактный и крайне эффективный карманный источник энергии. По сути, чернодырную батарейку. Такой источник пригодился бы и для далеких колоний космических колоний, и в качестве бортового реактора космического корабля. Вот такие ограничения. Но вернемся к фантазии. Допустим, каким-то чудом мы создали микроскопическую черную дыру. Процесс Пенроуза в этом случае совершенно бесполезен, дыра не вращается. Но в случае маленьких черных дыр на помощь приходит совсем иное явление – излучение Хокинга. Это гипотетический квантовый процесс, из-за которого черные дыры могут излучать, а со временем терять массу. В начале 70-х Стивен Хокинг и его коллеги догадались, что площадь горизонта событий черной дыры вроде бы не может убывать. Это напомнило им один из фундаментальных законов Вселенной, второй закон термодинамики. Он гласит, что энтропия изолированной системы не может произвольно уменьшиться. Иными словами, любая замкнутая система будет стремиться к более хаотичному состоянию, как, например, комната, если в ней долго не прибираться. Так вот, ученые связали площадь горизонта событий со значением энтропии черной дыры. Черные дыры теперь можно было описать с точки зрения термодинамики, но любой объект, обладающий энтропией, обязан обладать и температурой, а значит должен излучать. Выходит, что черные дыры все-таки не совсем черные.
Сам Хокинг, объясняя свою идею для широкой публики, на мой взгляд, упростил ее слишком уж радикально. Квантовой теории поля вакуум не пустой. Он постоянно рождает парачастица, античастица, которые, едва родившись из-за принципа неопределенности Гейзенберга, обязаны тут же аннигилировать друг с другом. Но если такая пара возникнет рядом с горизонтом событий, одна частица может угодить за горизонт, а другая улететь прочь. Так возле черной дыры возникает непрерывный поток частиц, а энергия, затрачиваемая на разделение пары, как бы берется взаймы у черной дыры, за счет чего она постепенно теряет массу и фактически испаряется. Хорошая аналогия в научпопе позволяет не просто как-то уяснить для себя процесс, не обладая необходимым математическим аппаратом, но и предсказать другие его проявления. Сейчас поясню. Например, изображение искривленного пространства-времени в виде резиновой мембраны позволяет наглядно представить искаженную геометрию вблизи массивных тел. Хотя пространство — это не резина. Или формы электронных орбиталей, как будто бы элементарная частица и правда превращается в гантельки. Но с аналогией Хокинга есть проблема. Получается, что это излучение должно состоять из разных элементарных частиц. В реальности черная дыра излучает в основном фотоны. И потом, может показаться, что чем больше площадь горизонта событий, тем больше частиц должны под него проваливаться и тем больше должны улетать прочь. В реальности все наоборот. Чем меньше черная дыра, тем интенсивнее она светит. В предельном случае она должна породить что-то похожее на гамма-всплеск, прежде чем совсем исчезнуть. Поэтому давайте нарисуем иную аналогию. Тоже не идеальную, но, на мой взгляд, чуть лучше отражающую происходящее. И, кстати, в оригинальной статье 1974 года Хокинг, конечно же, описал все иначе. Эта канитель с падением частиц в черную дыру — все лишь следствие чрезмерного упрощения. Так вот, квантовая теория поля представляет вакуум как среду, заполненную квантовыми полями. Для каждой частицы стандартной модели в вакууме есть свое поле. У электрона свое, у кварков и каких-нибудь бозонов свои поля. Эти поля из-за принципа неопределенности колеблются около самого низшего энергетического состояния. Мощные возмущения поля мы считали бы частицей, а вот такие квантовые колебания на полноценную частицу не тянут. Тем не менее, поскольку их энергия отлична от нуля, такие колебания иногда называют виртуальными частицами. То есть вроде бы частицы нет, но что-то есть. Сейчас будет тоже сильное упрощение, чтобы как-то обойтись без слов вроде отрицательные частоты поля и все такое. Короче, в искривленном пространстве картина меняется. Кривизна фактически может ослабить поле на одних частотах и наоборот усилить на других. В результате в искривленном гравитационном поле усиливаются некоторые колебания с положительной энергией. Они становятся частицами, а колебания с отрицательной энергией ослабляются или, можно сказать, попадают в черную дыру. Из-за этого черная дыра теряет энергию и массу, как бы излучая ее. Эффект ощутим на частотах, сравнимых с размером горизонта событий. Поэтому черная дыра звездных масс излучает очень длинные радиоволны, десятки километров. При этом максимум излучения приходит не от области возле горизонта событий, а с некоторого расстояния, но его интенсивность будет крайне низкая. Так что наши приборы пока не способны обнаружить излучение Хокинга, которое создают макроскопические черные дыры. Кстати, в 23-м году вышла работа, авторы которой утверждают, что горизонт событий вообще не нужен, и аналог хокинговского излучения появляется в любом неоднородном поле. То есть нейтронные звезды и белые карлики тоже могут как-то излучать, но на многие порядки слабее, чем даже черные дыры звездных масс. Но при всем этом излучение Хокинга вполне может сгодиться как источник энергии. А его мощность зависит от массы черной дыры, причем обратно пропорционально квадрату массы. Как мы только что объяснили, чем больше черная дыра, тем ниже ее температура, тем больше длины волн излучения Хокинга, и тем слабее она излучает. И наоборот, маленькие черные дыры должны излучать чрезвычайно мощно. И это очень хорошо для любой сверхцивилизации, поскольку даже для нее создать маленькую черную дыру проще, чем большую. Правда, время жизни черной дыры тоже зависит от массы. Вот так. Маленькие черные дыры испаряются очень быстро. Например, дыра с массой в 100 тонн испарится всего за 1 секунду, а масса 10 тысяч тонн исчезнет за, ну, где-то 12 дней. Значит, для стабильной работы электростанции подойдут черные дыры, способные прожить, ну, хотя бы несколько десятков лет. Одно из самых интересных приложений этой технологии — создание двигателя космического корабля, работающего от сингулярного реактора. Эта идея не раз возникала на страницах научной фантастики, например, в романе «Земная империя» знаменитого писателя Артура Кларка. Более-менее серьезному научному анализу эту идею подвергли в 2009 году.
Двое ученых из Канзасского университета рассмотрели возможность создания вот такого чернодырного звездолета с перспективой на межзвездные путешествия. Согласно их оценкам, черная дыра в основе двигателя должна иметь массу порядка миллиона тонн. Такая черная дыра проживет около 100 лет и будет выдавать мощность порядка 10 тераватт, что сопоставимо с мировым потреблением энергии. При такой мощности тяги ракеты будет достаточно, чтобы достичь 30% скорости света за 100 лет, при условии, что корабль тоже будет массой миллион тонн. Примерно столько весит небольшая гора. Этой массы как раз хватит, чтобы черная дыра прожила достаточно долго, и при этом она не слишком большая, иначе мощность излучения Хокинга будет совсем слабой. Золотая середина. И если покажется, что 30% скорости света за 100 лет – это слишком медленно, то тягу можно увеличить. Нужно всего лишь сделать черную дыру поменьше. Например, черная дыра массой в 10 раз меньше предполагаемой позволит достичь 60% от скорости света всего за 10 лет. Правда, проживет она только 20 лет, при этом постоянно увеличивая мощность. Такой сингулярный реактор представляет серьезную опасность для корабля, поскольку на заключительном этапе жизни рванет так сильно, что уничтожит и корабль, и все вокруг. Чтобы этого избежать, черную дыру придется подкармливать веществом. Поэтому для межзвездного полета нужно очень точно рассчитать запасы топлива. Возьмешь слишком много, протащишь с собой ненужную массу. А это очень дорого. Возьмешь мало, и мощнейший бабах по пути становится весьма вероятным. Все-таки сингулярный реактор — это опасная штука. Двигаться такой звездолет будет за счет реактивной силы. Нужно просто как-то суметь направить все излучение черной дыры в одну сторону, и получится отличный фотонный звездолет. Но это очень серьезная техническая проблема. Температура черной дыры обратно пропорциональна массе, а значит, такие крохотные черные дыры будут очень горячими. Только представьте, что черная дыра массой миллион тонн должна испускать гамма-лучи с энергией 9 гигаэлектрон-вольт, а это соответствует температуре примерно в 100 триллионов кельвинов. И будь это более длинноволновый свет, то чтобы отклонить его в нужном направлении, можно было бы использовать параболическое зеркало, как в телескопах-рефлекторах. Ведь у параболы есть одно замечательное свойство. Если пустить на нее параллельные лучи света, она соберет их в одной точке, в фокусе параболы. В телескопах это используют, чтобы собрать свет в фокусе зеркала. А в случае звездолета нужно, наоборот, расположить в фокусе параболического отражателя черную дыру. Тогда лучи, вылетая из сопла двигателя, образуют параллельные лучи. Так вот, проблема здесь в том, что излучение безумно горячее, и у нас пока нет ни технологий, ни даже представлений о том, как можно отразить фотоны столь высоких энергий. Конечно, тут можно было бы сказать, что в будущем сверхцивилизация уж как-нибудь решила бы эту проблему. Но вдруг нет. Вдруг эта задача окажется неподъемной. И уж поскольку мы стараемся делать научно обоснованные предположения, то, быть может, нам и не надо все это излучение отражать. Более реалистичный подход таков – не отражать гамма-лучи, а поглощать их. Идея состоит в том, чтобы вместо отражающего зеркала, от которого все равно никакого толку, применить материал, поглощающий гамма-лучи, например, графит. За счет нагрева он уже сам начинает интенсивно излучать, и это можно использовать для генерации тяги. Такое графитовое зеркало способно поглощать и переизлучать энергию до тех пор, пока не нагреется до температуры плавления. А тогда уж будет разрушаться, но графит способен выдержать очень высокие температуры. Он начинает плавиться при нагреве свыше 4160 градусов Кельвина. КПД такой конструкции порядка 5%. Звучит вроде бы не очень впечатляюще, но с учетом мощности излучения Хокинга, даже такое устройство способно разогнать корабль до 10% от скорости света примерно за 10 лет. Наверное, эту технологию можно было бы еще прокачать. Например, добавить инжекцию плазмы, которую бы дополнительно разогревала гамма-излучение, обеспечивая дополнительную тягу при разгоне и торможении. А еще плазма бы частично рассеивала гамма-лучи, тем самым не давая графиту перегреваться. Но кто я такой, чтобы давать советы сверхцивилизациям? Другое применение сингулярного реактора — искусственное солнце. Эту идею, например, высказал известный инженер и публицист Роберт Зубрин. Микроскопическую черную дыру массой 100 тысяч тонн можно окружить графитовой сферой радиусом 40 километров и толщиной 1.5 метра. При таком раскладе мощности излучения будет достаточно, чтобы разогреть сферу до температуры красного карлика спектрального класса М. Правда, чтобы продлевать жизнь черной дыре, нам придется подкидывать ей около 3 килограмм вещества в секунду. Подобная конструкция может оказаться удобной, если мы захотим терраформировать удаленные планеты. Ни одна планета не сможет вращаться вокруг такой небольшой звезды, но зато мы можем поместить звезду на орбиту вокруг планеты. Такое устройство, одно или несколько, могло бы помочь при освоении, например, спутников газовых гигантов.
Или, к примеру, такие мини-солнца можно использовать для питания космических колоний и небольших спутников или астероидов. Или, к примеру, космическое поселение, отапливаемое черной дырой. Вокруг мини-солнца строим цилиндрическую станцию размером несколько десятков километров с искусственной силой тяжести. Искусственную гравитацию создаем за счет центробежной силы, вызванной быстрым вращением цилиндра. С внутренней стороны цилиндра поместим светочувствительные панели, которые будут поглощать излучение мини-солнца. Такая колония может годами и десятилетиями жить без необходимости брать энергию откуда-то еще извне. Главное, опять же, не забывать подкармливать мусором черную дыру внутри мини-солнца. Получается довольно интересная ситуация. Как сейчас наша цивилизация во многом опирается на ископаемое топливо, так основой экономики космической сверхцивилизации могут стать черные дыры. И словно нефтяные вышки, разбросанные по океану, в галактике появится машина Пенроуза, качающая энергию из эргосфер черных дыр звездных масс. Ну и самая большая, естественно, в центре галактики. Там же массы далеко не звездные. Если эту энергию нужно передать на большое расстояние, то из нее делают микроскопическую черную дыру, а лучше сразу много, а специальные межзвездные танкеры повезут их по адресу доставки. Такие дела. Вообще, наш сегодняшний рассказ – это скорее фантазия на тему, прошу не относиться к нему слишком уж серьезно. С одной стороны, вроде бы мы не описали ничего совсем уж фантастического, требующего какой-то новой физики, в отличие от того же варп-двигателя. Черные дыры существуют? Ну, похоже, что да. Излучение Хокинга реально? Ну, его пока никто не видел, но, скорее всего, в каком-то виде оно есть. Поэтому на сегодняшний день звездолет с сингулярным реактором выглядит несколько более научным, чем звездолет с варп-пузырем. Но с другой, фраза «более научно» даже близко не отражает той пропасти, которая лежит между нами и реализацией всего здесь описанного. Можно ли так сфокусировать лазеры, чтобы в выбранном объеме сконцентрировать достаточное количество энергии для создания черной дыры? Наверняка этому будут мешать эффекты, связанные с волновой природой света. Быть может, при столь высоких плотностях энергии сам вакуум начнет проявлять новые свойства, которые не допустят появления горизонта событий. Или вот получилось создать эту микроскопическую черную дыру массой в миллион тонн. Она же размером с элементарную частицу, простите за грубость. Как ее удержать? Быть может, с помощью вещества, которое подается на нее под разными углами, аккуратно передавая ей импульс в нужном направлении. Ну, в общем, пока совершенно непонятно. С третьей стороны, такие рассуждения интересны не только с точки зрения футурологии, но и для поиска внеземных цивилизаций. Например, двигатели кораблей, использующие черные дыры, должны мощно светить в гамма-диапазоне. Такие источники будут отличаться от природных. Так что стоит их поискать как минимум в старых наблюдениях, почему нет? Вообще уже давно в планах и даже идет некоторая работа по видео о том, как сверхцивилизация может проявлять себя с большого расстояния. Ведь довольно часто звучит аргумент, что мы их не видим, но я еще ни разу не встречал подробного объяснения, а что и почему мы могли бы видеть. Короче, ждите и поставьте лайк этому видео. Думаю, так будет быстрее. А на сегодня все, друзья. Не забудьте проверить описание, там, как обычно, много полезных ссылок. В том числе и на другие наши соцсети, на ресурсы, где можно нас поддержать, и на спонсоров этого видео. А мы продолжаем работать. Даже взяли несколько интервью с интересными гостями для будущих сложных роликов. Нет великому фильтру, уничтожающему цивилизации. И увидимся на улице Шкловского.